і заповіді мої, і я не вимагаю на народне древня великого, і я не ложу на вас такое, що ви скажете, як його исполнить. Ні, дружно, я вам говорю простое і доступне. Помиритесь, освятитесь, покайтеся, пересмотрите ваше отношение, починає з дітей і кончає седовласими і старцями, говорить Господь. Все вам є написано в моєму слові, говорить Господь. Як должно вести себе сімейним людям, як добрачним вести себе, говорить Господь, як замужнім женщинам, а як тим, котрих вже мужей є. Все написано. Проверьте кожну, прочитайте для себе і скажіть, можете ли вы сказать с Герзолетом, как сказал Илья, я раб твой или раба твоя, я все исполню по слову твоему. Если сможете сказать, будьте блаженны. А если нет у вас дерзновения, то кайтесь и исправляйте жизнь вашу, ибо воздам каждому и скажу, тебе написано так и так, делал или не делал. И что тогда будете говорить, говорит Господь? Еще суд не над вами, говорит Господь. Еще суд только над жителями этой земли. Но еще буду судиться своим народом, говорит Господь. Ніщо не кончилось лето благоприятне, і не наступив день мщення Бога нашого, говорить Господь. І я нічого не показую разницю, і далі сидить це собрання. Этот служить, а это не служить. Но прийде день, коли покажу. І посім призиваю кожного, говорить Господь, обратитесь ко мне всем серцем вашим, обратитесь на пути ваші, посмотрите, угодно ли ваші пути, поступки ваші, слова ваші, жизнь ваша, угодно ли мне, могу ли я благоволить к тому, що ви делаете, говорить Господь. И могу ли благословлять намерение ваше, говорит Господь. Еще посмотрите, как вы поступаете в отношении слова моего и в отношении написанного нам, говорит Господь. Так ли, как написано, делаете, или как вам хочется, как заблагорассудится. И еще одно, обратите внимание, на Духа моего. Как вы с ним относитесь, говорит Господь. Как многие пренебрегают вестью Духа Святого. Как многих душах Дух Святой попран и унижен, и оскорблен, и угашен. Как по голове стал разум и понятие свое, говорит Господь. И многие поступают по помыслам сердца своего и по желаниям своего, говорит Господь. И не советуются, и не спрашивают, Господь, а каково твое определение? А какова твоя воля? А угодно ли это Духу Святому и тебе? Ох, как мало, говорит Господь. От того я еще терплю вас, говорит Господь. Но когда допущу обстоятельства, еще более трудные, то не будете спрашивать у знающих и у мудрых, что делать, а будете просить, Господи, ответь ты. И я хочу отвечать каждому из вас, ибо для того дам вам Духа Моего Святого, чтобы вы через Него имели ко мне доступ, говорит Господь, напрямую, как по телефону обращайтесь с ближними вашими, вот так, чтобы напрямую взывали ко мне и ночью, и днем, и в дороге, говорит Господь, и когда опасность, и я хочу напрямую отвечать и говорить, будь сегодня дома, а ты сегодня отправляйся, а ты не говори этих слов, а ты тому человеку на глаза не показывайся. Пришло время, чтобы вас испытать, и чтобы научить, чтобы вы были водили Духом моим, и жили не только умом вашим, говорит Господь, а по Писанию и по воле Бога нашего, говорит Господь. Проверьте себя, и если найдете виновными, поправьте жизнь вашу и примиритесь. Короткий срок я дал народу моему, говорит Господь, дабы не пришел грабитель и убитель в пределы этих, говорит Господь, и дабы 100 народа не поднялся больше, чем этих пределах, говорит Господь. Еще держу руку свою, говорит Господь, как положил песок пределу мору, так и еще положил предел, и не могут перейти, говорит Господь. Хотя стрели бросают свои, говорит Господь, но они еще не вас поражают, говорит Господь. Но когда отниму руку свою, то будет как шлюз поднятый, пойдут по пределам вашим и наводнят землю свою, говорит Господь. Вот тогда вы зубьет народ мой. Поправьте, дабы я запретил тем, которые пожинают, и тем, которые разнищают, и тем, которые губят, и поклал край, и свою границу провел, говорит Господь, которую не перейду, говорит Господь, ради моего народа, ибо я щежу наследие мое, говорит Господь. И многие удивятся, если народ мой поправит свое положение и будет делать мою волю, а не волю человеческую, тогда увидите, скоро перемена пройдет в лучшую сторону, говорит Господь. И не будут уповать на мисс оружия, говорит Господь, и на свою храбрость, говорит Господь. Ибо увидели уже, что помощь им-то напрасна. Те, которые пощали и одобрали, и ободрали, вот-вот будет. И как уже пришли в разочарование и говорят, напрасно, только пустые слова. Но если бы правители обратились, и вся семья обратилась, и воззвали ко мне, Господи, помилуй, Господи, спаси, очень скоро помилуй бы и спас бы. Но еще гордость человеческая не мне еще воздает славу, говорит Господь. Посему я допущу, еще спираться люди, еще будут Господи говорить не один раз. И не только некоторые, но все будут, о Господи, о Господи, о Господи. И тогда, когда искренне воззвали ко мне, о Господи,
то я сказал в своем слове, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и спасу землю, и спасу народ мой, Господь, и многих спасу к вечной жизни, так будет Дух Святый. Аминь.